Всем привет, дорогие друзья! Как вы думаете, где мы находимся? А мы находимся с вами в Анталии. В одном из прошлых видео мы были с вами на пляже Инжир-Алты, который находится чуть дальше. А сегодня мы приехали на муниципальный пляж, который называется Эрен-Куш. В общем, вот такая вот здесь красота. Исследуем с вами пляжи Анталии. Подписывайтесь на наш канал, у нас много интересного, то, чего вы не увидите ни у кого другого. А сейчас спускаемся вниз и наслаждаемся вот этой вот красотой. Покажу вам пляж сверху. Как вы видите, это настилы, на которых расположены зонтики. Здесь есть кафе, зоны для переодевания, туалеты и так далее. Вот такие вот крутые лесенки ведут вниз на пляже Инжир-Алты. Был лифт вниз, здесь лифта нет. Здесь есть лесенка. В общем, вот такая вот здесь у нас красота. Сейчас будем купаться. Как мы видим, здесь все расположено так или иначе на одном уровне. Есть спасатели. Кстати, только что приехала скорая, но вроде бы все в порядке. И, как я уже сказала, это муниципальный пляж муниципалитета Мурат-Паша. Вот такие вот здесь спуски в море. Есть волны, но я все равно окунусь. Сейчас вам покажу еще один спуск в море. С этой стороны, мне кажется, здесь немного поспокойнее. Нет, также. Вот также еще один спуск. Спуск в море. И вот так народ здесь плавает. Видите, здесь есть такие тоже буйки везде. То есть пляж огорожен. Если вы не смотрели видео с пляжа Инжир-Алты, обязательно посмотрите. Я думаю, что я поплаваю с этой стороны сейчас, а второй раз уже с другой стороны. Здесь очень живописно. Покажу вам еще раз пляж. Пляж 8 часов, муниципальный, закрывается. Как вы видите, солнце уже зашло. Все зонтики опустили. Мы пришли в 6 вечера, и с нас опять не взяли оплату. Наверное, потому что мы пришли поздно. В общем, вот такая вот здесь красота. Очень мне здесь понравилось. Всем советую этот пляж. Удовольствие невероятное. Как я уже сказала, это муниципальный пляж. Здесь есть души, кабинки и вот такая вот кафешка, где готовят всякую вкуснятину после купания. Всегда так хочется скушать какой-нибудь дюрюм или кебаб. Ой. И вот так вот выглядит вид. На пляж уйдет такая крутая лесенка наверх, опускается ночь. Посмотрите, как красота. Видно вплоть до Кемера горы. И вот такой вот пляж. Очень здесь также зелено. Прям все эти пляжи, точнее спуски на пляже находятся
парках. Кстати, сюда ведет очень-очень такая длинная дорога с различными красивыми местами Анталии. Вот так вот выглядит вход на этот пляж Эрен Куш. Этот пляж также с голубым флагом. И вокруг здесь вот такой вот зеленый красивый парк. В общем, удовольствие мы опять получили просто невероятное. Сейчас, как я уже сказала, едем кушать в Дюрюмы. Дорогие друзья, наступил следующий день. Как вы думаете, где мы находимся? А мы уже на пляже в районе Кунду. И знаменитый пляж Лары, он продолжается в ту сторону. Здесь пляж Кунду, здесь много-много пятизвездочных отелей. Кстати, здесь совсем недалеко находится клуб верховой езды, который я посещаю. Здесь в клубе верховой езды есть лошади, как принадлежащие клубу, так и частные лошади. Вот это вот, например, лошадь, она принадлежит клубу. И маленький-маленький жеребеночек. Кстати, вот эта вот лошадь, она очень добрая, такая дружелюбная, классная. Я всегда с ней обнимаюсь, фотографируюсь. Да? Она всегда прям ждет, когда мы приходим, да? Нюхает, смотрит. Но сейчас у них время еды. И жеребеночек, кстати, родился, он буквально, наверное, неделю назад. Жеребенку, наверное, еще рано. Жеребенку еще, наверное, рано давать морковку. Но вот он стоит там сзади за мамой, прячется. Посмотрите, какая красивая. Ой, пришел, Айхан. Гельди. Геч, урай. Урай, геч. Верба, набитка. Жеребенок, бурай, гельди, Айхан. Геч, ян. Об этом клубе сниму видео чуть позже. Ну а сейчас покажу вам, как выглядит здесь пляж. Это муниципальный пляж. Чуть далее, как вы видите, большое количество пляжных баров, отелей. Ну а на этот пляж могут приходить все желающие и здесь отдыхать. Сейчас попробуем с вами пройти на пирс и покажу вам все красоты. Вот как раз за мной, вы видите, стоят один отель, второй отель. В общем, очень классно. Купаться мы сегодня не будем, потому что у нас есть еще кое-какие дела. Ну, а без моря я вас не оставляю в этом видео. Вы вместе со мной наслаждаетесь морем с нескольких мест в Алании, в Анталии. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня очень много интересного, то, чего нет ни у кого другого. Ну, а сейчас идем с вами на пирс. Вот такая вот здесь красота, друзья. Очень много отдыхающих. И, как вы видите, пляж с очень классным входом, такой пологий, плавный. В общем, отдыхать одно удовольствие. Кто любит пляжи именно с песком, вот, пожалуйста, один из таких пляжей. И кстати, как я уже говорила, в Алании и в Анталии огромное количество самых разнообразных пляжей. Если вы любите вот такие песочные пляжи с мелким-мелким песком, они здесь есть. Если вы любите
пляже с галькой. Это пляж Кони-Алты. Мы обязательно с вами на него сходим. Если вы любите пляжи, которые расположены внизу скал, а именно где есть настилы, когда ты сразу спускаешься в море, вот типа вот таких вот платформ, как вот этот пирс, такие пляжи тоже есть, в этом видео вы видели. В общем, вот такая вот здесь красота. Обязательно приезжайте, пишите в комментариях, отдыхали ли вы в этом году в Турции или нет. Собираетесь ли вы, возможно, отдыхать, потому что вода невероятно теплая. Вот конец августа, сентябрь, это самая лучшая вода, которая только может быть. Мы находимся в районе Каргджак, который расположен примерно в 14 километрах от центра Алани и совсем недалеко от района Махмутлар. Он граничит с районом Махмутлар. Почему мы здесь находимся? Потому что этот район только начал активно застраиваться. Здесь строят новые красивые комплексы класса люкс на первой береговой линии и чуть дальше. То есть есть новое жилье для всех тех, кто хочет быть около моря, в центре городской жизни или ближе к горам. Наслаждаемся мы сегодня вот этой вот красотой. Здесь расположено огромное количество пляжных баров. Здесь, конечно же, есть все для того, чтобы заниматься водными видами спорта. На этом пляже потрясающий вход в море. Мелкая-мелкая галька и вход плавный, нет плит. В общем, здесь можно отдыхать и с детьми, и самостоятельно, и тем, кто в возрасте, также подойдет этот пляж. Поэтому обязательно приезжайте, обязательно смотрите недвижимость в Алании в Турции, потому что я вам всегда говорю, если на свете есть место, которое называется счастье, это место Алания. Вот так вот быстро, дорогие друзья, мы с вами перенеслись куда? Конечно же, на потрясающий пляж Клеопатры. Начало октября, хочу вам показать, что происходит на пляже. Как вы видите, погода стоит потрясающая, солнце светит, море теплое, самое настоящее лето продолжается, несмотря на то, что второй месяц осени. Кстати, дорогие друзья, видео на моем канале выходит не очень часто. На это есть много причин, потому что очень много работы и различных поездок. Совсем недавно я приехала из Литвы, буквально пару дней назад, а через 10 дней улетаю в Санкт-Петербург. Поэтому, если вы хотите следить за переменами и событиями в нашей интересной жизни, заходите ко мне на профайл на Фейсбуке, потому что ни в Инстаграме, нигде в других сетях я не делаю посты, просто физически нет на это время. Поэтому в описании к этому видео смотрите мой ссылку на мой профиль в Фейсбуке, я там всегда. Ну а сейчас спустимся с вами на пляж. Не оставлю вас, как всегда, без красивого пляжа и моря. Все посмотрим и, конечно же, насладимся шумом моря и потрясающим солнцем. Поскольку у нас очень много работы, как я сказала, много поездок, на пляже я не была, наверное, ну, месяц точно. На пляже в Алане я не была очень давно. И поэтому иду вместе с вами только для того, чтобы сделать для вас видео.
Вот такая вот здесь красота, друзья. На пляже очень много народу. Снимать неудобно, чтобы никого не стеснять. Но встретила, кстати, своих подписчиков из Екатеринбурга и Кемерово. Привет! Надеюсь, что вы хорошо отдохнули. Ну, а, конечно же, те, кто в этом году не смог отдохнуть в Алании, обязательно приезжайте в следующем году. И, кстати, вон вы видите, Айхан делает прямой эфир на нашей группе в Фейсбуке. Обязательно, обязательно подписывайтесь и приезжайте в солнечную Аланию. Вот такая вот прекрасная погода стоит в Алании и в Анталии. Дорогие друзья, обязательно приезжайте, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. У нас много всего интересного, зимой будет еще больше, поэтому обязательно подписывайтесь. Всем всего хорошего, пока-пока.